все, что есть. Но я бы купила хлебушек. Ой, маман, я так натренировал пальцы, что у меня даже на них мускулы повылазили. Отлично! Я тебе разрешу поиграть в Бравл Старс на моем телефончике. Ровно 15 минут. Что? Какие 15 минут? Что-то не так? Ну хорошо, 15 так 15. Иду играть. Ну что ж, ребятушки, поиграем? Так, я возьму Шелли, она у меня уже взята. И пойдем в парное, в одиночное столкновение лучше. Итак, начинается бой. Давай, миленькая Шелли, давай, давай, выиграй. Постреляй, пиу-пиу-пау. Так, подходи к ящику, забирай усиление. И давай, давай, пиф-паф, пиф-паф. Так. Ого, здесь Роза. Сейчас мы ее... Нет, давай, давай, давай. Нет, меня выиграли. Неудача. Минус 3 кубка. Где же это ты так устал? Ой, сначала я встал с кровати. Ну да, молодец. Потом я долго работал ложкой. Поднимал и опускал. Поднимал и опускал. И заметь, при этом я еще и жевал. Бедняжка, это ж сколько работы на тебя навалилось. А потом я долго решал примеры. Я не знал, сколько будет миллион долларов плюс миллион долларов. Ой, Тимон, ты столько работы переделал. Надо тебе что-то подарить. Что ты хочешь? Я хочу мистера Пис Бравл Старс. Пойду поиграю. Итак, сейчас мы поиграем. Вот я здесь уже выбрал Леона. Итак, сходим мы с ним, например, в парное столкновение. Итак, найдено 10 игроков. И так, со мной в команде 8 бит. Ой, там Роза и... Рика. Ой, меня прибили. Так, главное 8 бит, убегай.
О, поставил свою ульту. Ой-ой-ой, мульту сломали. Нет, Роза, нет. Вот так вот, получай. Получай, Роза. Мы проиграли, не понял, с чего это? Тимошечка, у тебя осталось только 5 минуточек. Иди или играй, или отдавай мне телефончик. Мамочка, а может ты мне дашь немножко денежек? Ну, Тимочка, вот все, что есть. Но я бы купила хлебушек. Ладно, я пошел открывать сундучочки. Открываем 5 сундучков. Открываем первый. Итак, грузится. 19 монет. 7 очков на Рика. 10 очков на Эль Прима. И все. Открываем второй сундучок. И давай. 16 монет. 4 силы на Була. 5 силы на Джесси. И 1 бонусный билет событий. Открываем третий сундучок. И грузись. Тара! Не выпадает Тара! Новый боец! Класс! Открываем четвертый сундучок. И ничего. Но 2 билета событий. Итак, открываем последний, 5-й сундучок. Давай, дробьтесь. 16 монет, плюс 4 силы на Беа, плюс 7 силы на Фрэнка, и все. Ну ладно, ничего не выпало, кроме Тары. Собрал. Ой, маман, я так натренировал пальцы, что у меня даже на них мускулы повылазили. Ну, не знаю. Попробуй пооткрывай эти сундуки. Может быть, тебе этот мистер Пи и попадется. Так мистера Пи можно же просто купить. Доначу 500 гривен на 360 гемов. Итак, грузится. И сейчас. Так. И у нас уже 377 гемов. Итак, идем покупать мистер Пи. И вот мы его покупаем и купить. И да, вот он у меня, он есть. Угу. Ребята, а вы любите играть в Бравл Старс? А вам выпал мистер Пи? То тогда